Всем привет, меня зовут Кристина, добро пожаловать на мой канал. В этом видео у меня коррекция моей работы, не очень относила клиентка это покрытие. Снова мы воевали то с роботом-пылесосом, то еще с чем-нибудь, но не будем об этом, приступим к работе. Сегодня я буду работать на новом оборудовании, пришла мне вот такая посылочка. Это у нас профессиональный аппарат для маникюра Dykeman Nagel марка М44. Что самое главное, этот аппарат портативный, и значит он может работать от аккумулятора. Кстати, довольно мощный аккумулятор. Время работы при полном заряде у этого аппарата около 4 часов. И когда я им поработала, то увидела, что он совершенно у меня не сел. И это очень хорошо, особенно когда нет возможности использовать большой какой-то аппарат, либо этот можно спокойно переносить, когда нет света в кабинете. В общем-то, все очень круто. Здесь лежит мануал на русском языке, что очень важно, потому что у многих он на китайском, либо на каком-то еще языке, и совершенно непонятно, где какие кнопочки. Здесь все хорошо расписано, можно почитать, кому интересно. Также прописан весь функционал, система шумо-виброподавления, также низкая вибрация, низкий уровень шума, работа от аккумулятора, защита от перегрева. В общем-то, все тут супер классно. Мне очень понравилось, что у этого аппарата также есть функция forward-reverse, потому что у многих портативных такой функции нет. Также аппарат очень легкий, весом всего 700 грамм. Давайте посмотрим, как он выглядит. Конечно, большой респект за такое классное качество. Я имею в виду в плане цвета. Все смотрится очень стильно, аккуратно, красивый цвет. Мои клиенты 100% заценят, потому что вот такую фуксию очень многие у меня любят делать на руках и на ногах. Ручка довольно легкая, она здесь металлическая и довольно такая прочная. Также у нас сам аппарат. Очень прикольно, кстати, что у него можно с двух сторон вставить крышечку для того, чтобы хорошо туда складывалась у нас ручка. У моего, например, бывшего аппарата такого не было. Также его можно повешать на пояс. И здесь у нас еще в комплекте как раз-таки идет адаптер для зарядки. Конечно же, здесь у нас еще идет стаканчик под ручку. Вот как раз-таки его можно с двух сторон, кому удобно. Я вам сейчас покажу, как это будет смотреться. Довольно легко он туда вставляется, вытаскивается, и можно вставить с другой стороны. Мне вот, например, вот так удобно, но я решила, что пусть будет так. Также у нас в комплекте есть два проводка. Один для зарядки, а один для соединения самого аппарата с нашей ручкой. Покажу вам, как это все выглядит. Обычный здесь микро USB и большой USB. Вставим наш проводок, также вставим в ручку и посмотрим, все ли у нас работает. Обязательно я его заряжу перед работой, и сегодня мы его протестируем. Увидела я здесь такая soft touch у нас провод. Мне очень нравятся такие поверхности, я всегда обращаю на это внимание. Разматываем наш проводок, он не очень длинный, но можно спокойно зарядить наш аппарат и дальше им работать. Посмотрим, какие у нас еще в комплекте бумажки. Здесь у нас второй год гарантии бесплатно. Может быть, кому-то это будет актуально. Также гарантийный талон со всеми печатями. И стандартный набор фрез, который идет ко всем аппаратам. 6 фрез и колпачки для педикюра. В последнее время очень многие меня спрашивают по поводу точного количества оборотов. Вот сейчас я вам показываю, что этот аппарат оснащен дисплеем. Очень актуально, например, для начинающих мастеров, которые еще не могут выставить по звуку аппарата и по его мощности обороты. Здесь у нас 30 тысяч оборотов. Мощность аппарата 10 Вт, и давайте посмотрим, как он будет спиливать покрытие. Здесь у меня керамическая фреза кукуруза с синей насечкой. Работаю я сейчас на 30 тысячах оборотов. И могу вам сказать, что мои клиенты сразу ощутили, что совершенно нет никакой вибрации. В общем-то, очень плавное снятие происходит. Могу сказать, что для, например, начинающих мастеров, либо для тех, кто не гонится за скоростью, кто не работает на потоке, это просто идеальный вариант. Также показываю вам, как спиливается гель с отслойками. Конечно, возможно, здесь можно было как-то по-другому сработать, но мне гораздо удобнее сделать это с помощью фрезы. Работала я чуть-чуть аккуратно, чтобы никак клиента не задеть. Покажу вам весь этап работы. Знаю, вы многие хотели это услышать, как работает новый аппарат. Многие мне уже в Инстаграме написали об этом. Ну а пока мы с вами опилим форму, решили мы с клиенткой убрать
длину, потому что ей все мешает, постоянно цепляется, ломается. Прошлое покрытие вы видели, что она относила не очень, поэтому я решила принимать какие-то меры. Надеюсь, что это покрытие относится. Мне кажется, уже полгода, как у нее появился робот-пылесос, у нас постоянно страдают наши ногти. Я уже даже не знаю, что нам сделать, чтобы у нас все хорошо носилось. Сегодня я решила попробовать укрепление базой, потому что гель у нее, как только она зацепляется, просто отстреливает от ногтя. Ну, она мне, по крайней мере, так говорит. Сейчас я уже приступаю к маникюру. Здесь у меня фреза пламя с синей насечкой. Работаю я на 20 тысячах оборотов. Это вполне достаточно, чтобы сделать маникюр. Не нужно ставить полные обороты, как при снятии. Никаких проблем у меня не возникло. Спокойно зачистила птерейки, все хорошо у нас приподнялось. И теперь я срезаю кутикулу с помощью кусачек от Silver Star с рабочей поверхностью в 4 мм. Этой же фрезой, но немного на пониженных оборотах, я еще зашлифовала и теперь уже приступаю к покрытию. Я думаю, очень мастера меня сейчас поймут, когда вы работаете с включенным пылесосом, с аппаратом, клиенты начинают с вами разговаривать, но происходит проблема, что вы клиентов просто не слышите, либо они должны очень сильно кричать. Вот с этим аппаратом таких проблем у меня не было, потому что здесь есть система шумоподавления, и мы с клиенткой спокойно разговаривали, аппарат не очень сильно жужжит, и у него очень плавный ход. Это отметили уже многие мои клиенты, поэтому мне есть с чем сравнить. Ну а теперь я уже подготовила ногти к покрытию, нанесла сначала подложку из каучуковой базы от Эльпаза, и теперь уже делаю тонкий слой цветной базы, база вот у меня от Wow Nail, и теперь уже после просушки делаю выравнивание этой же базой. Я вам говорила, что раньше я использовала эту базу сразу в один слой выравнивающий, но мне не очень нравилось, потому что не было плотности. И я нашла выход, если сначала делать подложку из этой базы, а потом уже вторым слоем делать выравнивание, то цвет довольно плотный и не возникает никаких проблем. Ну а здесь у нас немного креативного такого маникюра, мы решили сделать дизайн. Клиентка мне принесла картинку, но не совсем она, скажем так, похоже на то, что мы сделали в итоге, но получилось тоже очень классно. У меня есть набор слайдеров, там золотые и серебряные. Ей нужны были полосочки, чтобы не рисовать, я выбрала слайдеры. Она мне сама говорила, как мы их будем клеить, примерно по картинке, но все равно расположение мы поменяли. Решили мы сделать практически на всех ногтях, только один ноготок на другой руке у нас остался без дизайна, а на всех остальных мы решили еще сделать вот такие минималистичные дизайны. Я разрезала эти полосочки пополам, чтобы они у нас не занимали всю площадь ногтя по ширине и по длине. И вот таким образом на непросушенный слой базы, также от Эльпаза, я начинаю их крепить. Очень красиво это стильно смотрится, золото хорошо сочетается с Тиффани. Хотя я вот, например, больше предпочитаю серебро, но мои клиенты очень часто выбирают золото. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что больше любите вы, потому что для меня это очень актуально в последнее время, когда я начала работать с клиентами. Надеюсь, что это видео было вам полезно и интересно. Если это так, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ссылочку на свой новый аппарат я оставила в первом закрепленном комментарии и ссылочкой под видео. До новых видео! Пока-пока!